С 8 по 11 октября в Бобруйске пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительной власти, военного комиссариата города, Бобруйского, Глузского и Кировского районов и администрации пункта приема мобилизационных ресурсов. Также состоятся занятия с военнообязанными. В Бобруйске включили отопление. Соответствующее распоряжение, исходя из сложившихся погодных условий, подписано председателем горосполкома. Процесс запущен в организациях-потребителях тепловой энергии в первой очереди, в учреждениях лечебно-профилактических, медицинских, социального обеспечения, дошкольного, школьного, специального и дополнительного образования, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах. За 9 месяцев в Могилевской области сгорело 39 транспортных средств. В МЧС отметили, в большинстве случаев огонь возникает под капотом из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы. Реже происходит при проведении огневых работ или дорожно-транспортном происшествии. Спасатели напоминают, необходимо строго следить за исправностью автомобиля, вовремя проходить технический осмотр, укомплектовывать свою машину первичными средствами пожаротушения. На 8 октября во всех категориях хозяйств убрано 9 289 тысяч тонн зерна с учетом рапса. По показателям лидируют Минская, Гродненская и Брестская области. Сегодня продолжается обмолот кукурузы. Убрано 59% запланированных площадей. Темпы работ значительно опережают прошлогодние. В 2023 на эту дату было на 20 пунктов меньше. В 2024 году тарифы на ЖКУ не изменятся, заявили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Сентябрь в этом году стал практически четвертым месяцем лета. Это позволило гражданам сэкономить на отоплении. В ведомстве также отметили, 3/4 расходов на отопление субсидирует государство. Что касается самой стоимости, в год ее нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины – 20 рублей.